Дело в том, что с середины февраля проводилась модернизация автоматизированной системы паркоматов. Менялось программное обеспечение, улучшались технические характеристики оборудования. Все это время оплачивать прибордюрную парковку сочинцы и гости курорта могли только с помощью СМС. Согласно законодательству, у нас есть 15 минут бесплатных на нашей парковке, и этого времени вполне достаточно, чтобы оплатить. Способы оплаты, ну, по-прежнему остаются те же. Это с помощью банковской карты, для этого у нас есть паркоматы, и также как с помощью СМС. У нас в ближайшее время появится еще один способ оплаты. Это карта оплаты, которые будут распространяться, ну, через заправочные станции в городе. Помочь оплатить стоянку могут парковочные комиссары, которые дежурят у паркоматов. Они же не позволят водителям хитрить. Это касается тех, кто, желая сэкономить, закрывает цифры или номер целиком, чтобы его невозможно было считать с системой Паркон. Напомню, что паркоматы установлены на 8 улицах города. Прибордюрная парковка, в общем, рассчитана на 966 мест. Штраф за неуплату парковки – 1000 рублей. Добавлю, что паркоматы не просто упорядочили стоянку машин и избавили центральные улицы курорта от пробок, но и пополнили бюджет города. Цифра прошлого года – 12 миллионов рублей. Эти деньги потратили на ремонт улицы Пятигорской.